Еще одну новую школу построили в селе Юдиха Тюменцевского района. На ее торжественное открытие приехал губернатор Александр Карлин. Новая школа рассчитана на 88 учащихся. Ее построили в кратчайшие сроки взамен старого здания, которое было практически в аварийном состоянии. Но с сегодняшнего дня школьники получили в свое распоряжение школу, которая соответствует всем современным образовательным стандартам. Имеет большой блок начальных классов, современную столовую, библиотеку, компьютерный класс и спортзал. На строительство школы выделили 90 миллионов рублей из краевого бюджета. За такой большой подарок и оказанное доверие руководства и ученики новой школы решили отблагодарить высокими результатами учебы. Пообещали, к 80-летию региона будет 80 пятерок за год. Я абсолютно убежден в том, что качественное образование, современное, доступное всем детям, вне зависимости от того, где они живут, в маленькой деревне Юдихи или в крупном городе, это обстоятельство является самым важным, самым определяющим в дальнейшей судьбе этого человека.